В Приднестровье посчитают всех школьников и детей в садиках. Появится единая информационная база. Это инициатива правительства. Накануне Верховный Совет принял соответствующий закон. В Минпросе объяснили, зачем нужна такая система. В этом году не приступили к обучению 289 наших обучающихся. Конечно, причины разные. Болезни, просто не выпускники 9 классов не трудоустроены, выезд в другие страны. И вот такие данные, мы пришли к мнению о том, что у нас отсутствуют, у нас их нет. Мы данные по нашим детям, о количестве детей узнаем в сентябре по отчетам Управления народного образования. И то эти данные не отличаются достоверностью, потому что многие меняют свои планы. У нас гарантируется основное общее образование, то такая система даст возможность на стопроцентное обучение наших детей и четкую фиксацию всех персональных данных. В систему внесут основную информацию о детях – имена, фамилии, где живут, а также данные о родителях. Доступ будет и у Минпроса, и у НО на местах. В планах внести в единую базу и студентов.